Всем привет, дорогие друзья, с вами Фэнтез, и добро пожаловать в мой новый видос. И сегодня мы с вами будем залетать на новый 78-й сервер Владимир. Хотелось бы объявить победителей с прошлого видеоролика. Итак, дружище, ты сегодня забираешь у нас 77 блэккоинов, так как прошлое видео набрало 77 лайков. Чтобы забрать свой приз, пиши мне в личку ВК, ссылку на него я оставлю в описании. Ну а если ты точно так же хочешь получить халявный донат, то тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий с ником и сервером, на котором ты играешь. Также, ребята, обязательным условием для участия будет ввести мой промокод хэштег Фуэнтес на сервере Тамбов. Если вы все сделали, но не ввели промокод, то вы не участвуете в конкурсе. Так что, ребята, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии и вводим промокоды. Ну что ж, на этом у меня все. Всем удачи. Ну а мы погнали. Итак, ребята, до открытия остаются считанные секунды. Я надеюсь, что у меня получится залететь на сервер, словить симок, дом там какой-нибудь и что-нибудь еще, не знаю, посмотрим там. Так, 58 секунд я буду нажимать и залетать. Так, 56, 57 и все. Коннект. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Блин. Че, походу, нет? Ну, пипец, а. Офигеть. Ну, ё-моё, смотрите, блин, мы попали в очередь. Офигенно просто, а. Блин, почему постоянно, когда я залетаю на всякие сервера, у меня вот такая ерунда? Вы знаете, я, наверное, уже на 4 сервера пытался залететь, и у меня ни разу не получилось. Это вообще какая-то жопа. Опять деньги на ветер, с***. Ну ладно, я надеюсь, то, что очередь пройдет через минут 10-15, и тогда я смогу зайти и попробовать хотя бы словить дом. Ну или пару сим-карт, я не знаю, там как повезет. Ну вот, спустя 38 минут я дождался наконец-то своей очереди. Вы просто вдумайтесь, 38 минут, чтобы просто зайти на сервер. Вы прикиньте, 38 минут я прождал. Ну там уже все разобрали, поэтому без шансов. Но вот незадача, как только я зашел на сервер, меня сразу кикнуло. Вы прикиньте. Я думал, сейчас половлю какие-нибудь симочки, может быть, что-нибудь осталось, но... Короче, у сервера свои планы на меня. Зашел я на сервер только спустя 4 часа после открытия. Ну что ж, я уже, короче, совсем смирился, поэтому расстраиваться не будем. Давайте тогда попытаем удачу и попробуем открыть этот новый кейс, который стоит 900 блэккоинов. Может быть, мне оттуда что-нибудь выпадет. Блин, потому что я не знаю, что еще можно купить. Прошло уже достаточно много времени, я попытался какие-нибудь симочки половить, но... Ничего не получилось. Поэтому давайте рискнем, пофигу. Че уже, терять нечего, можно сказать. Это самая тупая трата блэккоинов, которая вообще может быть на блэкраше. Короче, сегодня я лох. Ладно, че тут у меня осталось 100 блэккоинов. Давайте их, наверное, переведем в верты и поедем в казино. Может быть, там хотя бы повезет. Ну что ж, вот я уже и на месте. Кстати, смотрите, почему-то игроков здесь не так много, как я думал. Обычно, типа, здесь человек 100-200, наверное, в первый день. Все пытаются нафармить как можно больше денег, потому что завтра будет аукцион бизнесов. Я, наверное, минут 15 стоял и пытался словить место в блэкджеке, и наконец-то у меня это получилось. Ну что ж, давайте, наверное, для начала поставим 50 тысяч рублей. Но я что-то чувствую то, что я сейчас вообще все проиграю. Ну вот, как я, в принципе, и думал, я проиграл. Ну ладно, давайте поставим последние 50 тысяч. Пофигу, что будет, то будет. Ну вот и все, мы проиграли. Ну что ж, ждем теперь 79-й сервер. Я надеюсь, что у меня получится на него залететь, словить сим-карты и дом какой-нибудь. А возможно, даже еще и бизнес возьму. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.